РБК Уфа продолжает вещание из отеля «Шаратон». В эфире новости. В студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. И сегодня мы подводим итоги финансовой недели. Госстудия, брокер уфимского филиала компании БКС «Премьер» Антон Жердев. Антон, здравствуй. Но вначале о главных событиях этого дня. Ситуация не изменилась. Центробанк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Серьезное подорожание. Аналитики прогнозируют в следующем году повышение цен на автомобильном рынке. И тревожное число. Статисты фиксируют рост количества россиян, живущих за чертой бедности. Сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 11%. Как объяснил регулятор, решение принято с учетом инфляционных рисков при сохранении рисков охлаждения экономики. В то же время ЦБ подчеркнуло, что возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний при условии, что произойдет замедление инфляции в соответствии с прогнозом. Центробанки в частности оперируют цифрами, что годовой темп прироста потребительских цен в конце 2016 года составит около 6% и достигнет целевого уровня в 4% в 2017 году. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки назначено на 29 января 2016 года. Ситуация как внутренняя, так и внешняя не требовала каких-либо перемен. Сохраняются инфляционные риски, сохраняется волатильность на валютном рынке. В плюс ничего особо так не идет, в минус тоже особых падений нет. Поэтому Центральный банк принял решение ничего не трогать, оставить на том же уровне. В России растет число бедных. К октябрю текущего года их количество увеличилось до 20 300 000 человек. Это 14% от общей численности населения. Статистические данные опубликовал Росстат. В прошлом году число жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума составило 18 миллионов человек. По данным Башстата, в нашем регионе бедными считались почти 439 000 человек, то есть почти каждый десятый житель. По данным Минтруда Республики, в текущем году этот показатель остался на прежнем уровне. Ранее правительство республики утвердило среднюю величину прожиточного минимума за третий квартал этого года в 8643 рубля. Для трудоспособного населения его установили в размере 9197 рублей, а для пенсионеров 7037 рублей. Для детей 8653 рубля, в среднем же по стране прожиточный минимум составил 9673 рубля. И сегодня мы подводим итоги финансовой недели. Эксперт в студии, брокер уфимского филиала компании БКС «Премьер» Антон Жердев. Антон, ну, текущая неделя отмечается серьезными скачками курсов нефтяных фьючерсов. Впервые с 2009 года цены на черное золото опускались ниже 40 долларов за баррель. В итоге, какие сегодня новости по итогам недели? Да, действительно, на этой неделе наблюдались панические настроения в связи с падением цен на нефть, с падением курса рубля. Но инвесторы, которые имеют опыт 2014 года, не спешат менять доллары на рубли, рубли на доллары. Все выбрали выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Выделить какие-то местные новости сложно. Пожалуй, единственной новостью из мира финансов на этой неделе стал уход со своего поста главы регионального фонда. Как известно, региональный фонд занимается управлением принадлежащими Башкирии акциями и долями примерно 20 предприятий. По нашей оценке, избранная стратегия региональных фондов по размещению денежных средств на депозитах в ряде случаев не оправдывается. При этом наши клиенты в 2014-2015 году заработали 20%, а в ряде случаев и 30%, покупая и продавая облигации. Я считаю, что крупные инвесторы, государственные фонды, региональные фонды будут менять свою инвестиционную стратегию и в дальнейшем диверсифицировать свои портфели защитными инструментами, такими как облигациями банковского сектора, облигациями корпоративного сектора и облигациями федерального займа. Во всяком случае, это вполне логичный шаг в нынешних условиях. Ну и, конечно же, традиционный вопрос, чего ждут аналитики в начале следующей недели? В начале недели, в середине недели будет заседание Федерального резервного фонда по основной ключевой процентной ставке. Эта новость, конечно же, будет важной и основополагающей для дальнейшего движения как до конца этого года, так и в начале следующего года. Ну, будем надеяться, что ее все-таки не поднимут, потому что эксперты прогнозируют не очень хорошую вещь. Спасибо. Антон Жердев, брокер уфимского филиала компании БКС «Премьер». Международное рейтинговое агентство «Эксперт.РА» повысило рейтинг Центру микрофинансирования Башкортостана до очень высокого уровня надежности со стабильным прогнозом развития. Повышение рейтинга связано с высоким качеством бизнес-процессов и информационной прозрачностью организации, а также высокой инвест-привлекательности региона. На основе полученной оценки в
результатам конкурса принято решение о предоставлении с федерального бюджета 38 миллионов рублей на дальнейшую реализацию вот микрофинансовой поддержки в рамках оказания помощи, государственной помощи субъектам малого предпринимательства. То есть эти деньги уже поступили и направлены именно на предоставление заемных средств малому бизнесу нашей республики на приемлемых условиях. Центр предоставляет микрозаймы по ставкам от 8,25% до 12,5% годовых. Величина активов организации более 300 миллионов рублей. По объему выданных микрозаймов малому бизнесу Центр микрофинансирования занимает второе место в Приволжье. На сегодняшний день общий объем господдержки, оказанный через Центр, 1 миллиард 400 миллионов рублей. В следующем году новые автомобили подорожают в среднем на 25%. Такой прогноз опубликовало аналитическое агентство «Автостат». Как считает исполнительный директор агентства Сергей Удалов, увеличение цен со стороны автопроизводителей – это устоявшаяся ежегодная практика. К росту стоимости новых авто, считает эксперт, покупатели адаптируются к весне. Основные причины повышения цен на машины – переход России с 1 января следующего года на стандарт по нормам выбросов двигателей Евро-5 и колебания курсов валют. В этом году стоимость новых авто выросла вдвое, а вот подержанных только на 15,3%, но в то же время, по данным Автостата, в стране сократился объем продаж подержанных авто. О новостях пока все. Далее программа «Взгляд». Не переключайтесь.